В четверг была разметка вот этого строительного участка. И вот посмотрите, обратите внимание, что вот стоит колышек, а до нашего дома буквально 3-5 метров, здесь не больше. Не прошло и суток, а на площадке уже появилась строительная техника. Тогда же местные жители узнали, в самом центре Лосты на небольшом пятачке земли планируют построить очередную многоэтажку. 120-квартирный дом для сирот. Похожий в поселке сдали в 2013-м. С тех пор признаются волокжане, что такое спокойная жизнь. Они забыли. Да и так не очень благополучный район, а здесь теперь появляются люди, которые совсем неблагополучны. Это лишние притоны. Я говорю, милиция уже отказывается ездить. Добавилось за эти два года и коммунальных проблем. Местные сети сейчас едва выдерживают нагрузку. Перестала нормально поступать вода на верхние этажи, давление воды упало. И температура в квартирах упала где-то в среднем на 5-7 градусов. Если я в прошлую зиму ходил дома спокойно в майке, то я сейчас вынужден одевать теплую рубаху. Но больше всего местных жителей волнует другой вопрос. Кто выбрал для строительства именно эту территорию? Через нее проходит теплотрасса, линия электропередачи, канализация, газопровод. И даже сейчас на нескольких участках, по словам жильцов, коммуникации проложены с нарушением. Как при таких обстоятельствах вместить сюда еще один дом, волокжане не понимают. Мы не против строительства жилья. Это вот главная наша мысль. Но не за счет ухудшения нашего качества жизни. В правительстве области информацию о строительстве дома для сирот в Лосте сегодня подтвердили. Сдать объект подрядчик должен в 2016 году. Однако сейчас, поясняют чиновники, о нарушении каких бы то ни было норм говорить преждевременно. Проектная документация еще не готова. В настоящее время ведется предпроектная работа и проектная работа. Вот. После этого, где-то в середине марта, по графику, проект будет выполнен и направлен на экспертизу. После чего там могут быть либо замечания, либо положительное заключение экспертизы. Если будут замечания, проектировщик обязан устранить эти замечания и направить повторно на экспертизу. И только после этого подрядчик получит разрешение на строительство. Контролировать его будут уже инспекторы Госстройнадзора. Тем временем жители Лоста обещаниям властей не верят. И право на комфортное жилье готовы отстаивать до последнего. Место стройки уже сейчас защищают баррикады из личных автомобилей. А весной на этом месте волокжане планируют обустроить парк, посвященный 70-летию Великой Победы. Мы поможем с детьми, поможем с ветеранами, мы выйдем сюда, поможем посадить. Единственное, нам нужно провести земли, в общем, ну, такие работы большие провести, а остальные мы все сами сделаем. Даже вплоть до того, что будем прослеживать для того, чтобы поливались деревья, поливались цветы. Мы это обещаем, мы это будем делать, понимаете, это нужно сделать. Потому что в Лосте у нас другого места вообще нигде нет. Пока же ветераны-блокадники за всем происходящим вынуждены наблюдать из окон собственных квартир. Встать на защиту двора уже не позволяет здоровье. Что в итоге появится рядом с их домом, станет известно в течение месяца. Решать вопрос на месте в ближайшие дни будет специальная комиссия. Евгений Осколков, Алексей Романов. Новости Вологды.